Что мне теперь делать с этими работниками? Уволить их? Избить? Отругать? Мне тоже очень жаль. Да, ты тоже прав. Ладно, друг мой, я понял. Надо нам как-нибудь встретиться. Хорошо, созвонимся позже. Хорошо, договорились. Пока. Вэли, я собирался тебе звонить, но замотался. Ну, ты понимаешь. Я отправил к вам в больницу Эрхана, но вы сказали, что ничего не надо. Не надо, спасибо. Вэли, если что понадобится, мы рядом. В конце концов, мы семья. А то, видишь, бедный Фикрет уже встретился со своим создателем. Как госпожа Хатиджа. Поправится с Божьей помощью. Дай бог, дай бог. Как только ей станет лучше, я наконец узнаю, как она оказалась в той машине. Ты на этом зациклился? А как иначе, господин Акиф? Я все думаю, но никак не могу собрать все кусочки воедино. С ума схожу. Какие еще кусочки? Она была в вашем загородном доме. Я слышал, что вы тоже там были. Да, я был там. Заехал забрать один документ. А что тебе жена сказала? Что застало вас с госпожой Сюзан в постели? Что? Ради всего святого! Ради бога, я же женат! Как такое можно говорить? А женщина, о которой ты говоришь, жена моего партнера. Если такой слух пойдет, мне потом не отмыться. Стыд-то какой! Позор, позорище! Моя жена не врет. Меня не волнует, что вы там делаете. Но моя жена была на автобусной остановке. И я пытаюсь понять, как произошла эта авария. На что ты намекаешь, Вэлли? Что ты хочешь сказать? Что мы посадили твою жену в машину, а потом вышвырнули ее, да? Я этого не говорил. А что же ты тогда имеешь в виду? Как моя жена оказалась в машине? Вот что я пытаюсь понять. Это ты должен спросить у своей жены, брат. Я отправил Фикрета за документом. А встретились они на остановке или заранее договорились? Этого мы уже не знаем. О чем ты, черт возьми? Я лишь говорю, Вэлли, что даже лучшие из нас могут совершить ошибку, могут податься соблазну. Я говорю, спроси у своей жены, вот и все. Не смей так говорить о моей жене! Она не бесстыдница, как ты! Вэлли! Бессовестный ублюдок! Эй! Отвали! Да что ты о себе возомнил? Кто ты такой, а? Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь? Я не отвечаю тебе из-за твоего горя. Не зли меня, Вэлли, иначе я раздроблю тебе череп. Ты заберешь свои слова обратно. С чего бы это, черт возьми? Мы посадили твою жену в машину, поговорили с ней и обо всем договорились. Потом в машину врезался грузовик. Это судьба, на мне даже царапины нет. Ступай и помолись за свою жену. Не выводи меня из себя. Бессовестный ублюдок! Я тебя убью, мерзавец! Я убью тебя, негодяй! Убью! Я убью тебя! Вэлли! Вэлли, остановись! Вэлли!